Я никогда не встречал Михаила Александровича и почти не слыхал рассказов о нем. И жизнь его, и болезнь, и смерть его почти закрыты для меня. Почти так же закрыты, как и от будущих поколений. Он пришел с безумным, но блаженным лицом. Его застигла ночь искусства, потом ночь смерти, потому что скучные песни земли уже не могли заменить ему звуков небес. Нить жизни Михаила Александровича мы потеряли не тогда, когда он сошел с ума, но гораздо раньше, когда он создавал мечту всей своей жизни – демона. Эти слова Александра Блока прозвучали 3 апреля 1910 года на кладбище Санкт-Петербургского Новодевичьего монастыря, что на Забалканском проспекте, во время похорон одного из самых загадочных русских художников рубежа веков – Михаила Врубеля, умершего в возрасте 54 лет в психиатрической клинике доктора Барри. Впрочем, для столичной публики, для художественного бомонда Петербурга и Москвы Михаил Врубель умирал не раз. Впервые это произошло в марте 1902 года, когда с острым приступом психического расстройства художник был помещен в лечебницу доктора Усольцева, впоследствии оставившего любопытные воспоминания о Михаиле Александровиче. Часто приходится слышать, что творчество Врубеля – больное творчество. Я долго внимательно изучал Врубеля, и я считаю, что его творчество не только вполне нормально, но так могуче и прочно, что даже ужасная болезнь не могла его разрушить. До тех пор, пока Врубель мог держать карандаш и мог видеть, он работал, выполняя не рисунки сумасшедшего, но произведения, относящиеся к шедеврам рисовального искусства. После 4 лет беспрерывного пребывания в психиатрических клиниках Москвы и Петербурга Михаил Врубель ослеп. Для художника это была еще одна смерть, еще одно умирание. Но, однако, обо всем по порядку. 5 марта 1856 года в городе Омске в семье штабс-капитана Тингинского пехотного полка, участника крымской кампании, военного юриста Александра Михайловича Врубеля, родился сын Михаил. Рутина полковой жизни была скрашена для увлекавшихся литературой и изобразительным искусством Врубелей одним весьма примечательным обстоятельством. В свое время в Тингинском полку служил поручик Михаил Лермонтов. Вероятно, уже тогда юный Миша Врубель почувствовал в себе тягу к этому необычному в своей гениальности молодому человеку, который закончил свой земной путь на дуэли 27 лет от роду. Вполне естественно, что долг службы требовал от Александра Михайловича и его семьи частых перемещений по империи. Так, родившись в Омске, Михаил Врубель закончил Ришельевскую классическую гимназию в Одессе. А первые свои художественные задатки обнаружил уже в Петербурге, в обществе поощрения художников. Затем был Саратов, потом вновь Одесса и вновь Петербург. Здесь осенью 1874 года Врубель поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, который он закончил в 1880 году. В этом же году Михаил Александрович был зачислен студентом в Петербургскую императорскую академию художеств, в мастерскую известного педагога Павла Чистякова, чьими учениками были Репин, Суриков, Васнецов, Серов. Здесь впервые Врубель понял, что живопись есть не что иное, как формула живого отношения к природе, что художественная форма создана природой, что она есть носительница души, которая дана тебе одному. И это означает, что не я толкую природу, а природа растолковывает, объясняет мне меня. Тем самым природа персонализируется, превращается в одушевленного собеседника и не более того.
До своей женитьбы на одной из выдающихся русских певиц, Надежде Ивановне Забелле, Врубель вел вполне богемный, но в то же время исключительно замкнутый образ жизни. Современники вспоминали, что художник окружал себя странными людьми, какими-то снобами, кутилами, цирковыми артистами, заезжими итальянцами, бедняками, алкоголиками. Михаил Александрович предпочитал никогда не говорить о политике, безумно любил скачки, лошадей и совершенно презирал всякую игру в карты и игроков. Врубель мог жить на 3 рубля в месяц, ел один хлеб с водой, но никогда не брал взаймы. Он мог быть мрачно задумчив, надменен, а порой просто невыносим. Однажды летом в Абрамцеве, в имении Савы Ивановича Мамонтова, вечером за чайным столом Михаил Александрович неожиданно сказал сидевшему рядом Репину: «А вы, Илья Ефимович, рисовать-то не умеете». «Ну что же, все может быть», — с улыбкой проговорил Репин в наступившей гробовой тишине. Казалось, что душу этого странного, необычайно талантливого человека терзали могучие страсти, которым он иногда отдавался сполна. Художник Константин Коровин рассказывал: «Как-то летом мы пошли купаться с Михаилом Александровичем. Я увидел у него на груди большие белые полосы, как шрамы. На мой вопрос: "Что же это?" Врубель ответил: "Я резал себя ножом. Не знаю, поймете ли вы, я любил женщину, а она меня не любила. Даже любила, но многое мешало ее пониманию меня. Я страдал в невозможности объяснить ей это мешающее. Я страдал, но когда резал себя, страдания уменьшались". А потом помолчал и добавил: "Если любовь есть, то она сильна". Много позже роман с Надеждой Ивановной Изабеллой был обставлен Врубелем всеми классическими атрибутами романтической влюбленности. Забелла вспоминала: «На одной из репетиций я во время перерыва, помню, стояла за кулисой, была поражена и даже несколько шокирована тем, что какой-то господин подбежал ко мне и, целуя мою руку, воскликнул прелестный голос. Стоявшие рядом поспешили мне представить его: "Наш художник Михаил Александрович Врубель". И в сторону прибавили: "Человек очень экспансивный, но вполне порядочный". Так чувствителен к звуку Михаил Александрович был всегда. Он тогда еле мог разглядеть меня, на сцене было темно, но звук голоса ему понравился. Может быть, тогда, в 1895 году, Врубель влюбился не столько в лицо, в облик, сколько в образ, в голос, в мечту, в создание своего неистового воображения. Однако счастливый период в жизни Врубеля оказался, увы, слишком недолгим. В 1901 году у них родился сын Савва. Лицо малыша было обезображено заячьей губой, что произвело на Михаила Александровича чрезвычайно гнетущее впечатление. Художник никак не мог избавиться от постоянного удручающего ощущения своей вины перед маленьким сыном, пришедшим в этот мир и уже обреченным невыносимым страданием. Именно в это время случился тяжелый нервный срыв. Врубель, повторившийся через год в более расширенной форме, результатом чего явилась первая госпитализация и помещение его в психиатрическую клинику. Надежда Ивановна постоянно навещала супруга здесь и часто пела для него. Михаил Александрович же был небольшой, но приятный голос. Он пел романсы с чувством и пониманием, любил петь романс Чайковского «Благословляю вас, леса». Также он любил декламировать стихи Пушкина и Лермонтова, особенно последнего. Очень ценил он музыкальность стихотворения Михаила Юрьевича «По небу полуночи»
«Ангел летел». 3 марта 1903 года Савва Врубель умер в возрасте 2 лет. Все эти годы художник ни на один день не прекращал свою работу. Михаил Александрович любил повторять: «Надо рисовать 10 лет по 5 часов в день. После этого поймешь, может быть». И он рисовал. Его живописная манера была неожиданна, оригинальна и даже в чем-то шокирующе. Константин Коровин вспоминал, когда он брал бумагу, то, отмерив размер, держа карандаш или перо, или кисть в руке, как-то боком в разных местах бумаги наносил твердые черты, постоянно соединяя в разных местах, потом вырисовывалась вся картина. В письме сестре Михаил Врубель сообщал: «Одно для меня ясно, что поиски мои идут исключительно в области техники. В этой области специалисту надо потрудиться. Остальное сделано уже до меня. Только выбирай». Впрочем, свой выбор темы Михаил Александрович сделал еще в юношестве. Отец художника Александр Михайлович писал: «Миша говорит, что демон – это дух, соединяющий в себе мужской и женский облики. Дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный, но при всем том дух властный, величавый». Впоследствии Врубель утверждал, что демона вообще не понимают, путают с чертами или дьяволом, тогда как черт по-гречески значит просто рогатый, дьявол – клеветник, а демон значит душа. Печальный демон, дух изгнания, летал над грешной землей, и лучших дней воспоминания пред ним теснились толпой. Тех дней, когда в жилище света блистал он чистый херувим, когда бегущая комета улыбкой ласковой привета любила поменяться с ним. Да, решительно ничего демонического не было ни в наружности, ни в характере Михаила Александровича, разве что склонность к одиночеству, к глубоким мрачным раздумьям, столь часто омрачавшим его лицо. Из воспоминаний художника Константина Коровина: «Все же Врубель был особенный человек. Любишь ли ты деревню?» – как-то спросил я его. «Конечно», – ответил Врубель. «Как же не любить природу? Но я не люблю людей деревни. Они постоянно ругают мать. Мать, мать твою. Это отвратительно. А потом они жестоки с животными и с собаками». Широкая московская публика увидела в 1890 году, накануне празднования 50-летия со дня смерти Михаила Юрьевича Лермонтова. Реакция была самой разнообразной, от восторженной до раздражения и даже страха. Через непонимание и отрицание Врубеля как художника, к его приятию и даже обожанию прошли многие его современники. Так Савва Иванович Мамонтов, впоследствии самый большой поклонник Михаила Александровича и основной его заказчик, в 1890 году восклицал, обращаясь к Константину Коровину: «Послушайте, что же это такое? Что же это Врубель? Это же черт знает, что такое. Вы видели его картины, которые он привез сегодня ко мне в мастерскую? Ужас! Я ничего подобного не видел никогда. И представьте, я ему говорю, я не понимаю, что за живопись, и живопись ли это? А он мне: как говорит, я рад. Если бы вы понимали, мне было бы очень тяжело». А в это время ко мне приехал городской голова Рукавишников. Вошел в мастерскую, тоже увидал эти картины и говорит мне: что это такое у вас? Что за страшные картины? Даже жуть берет. И я, говорит, знаете ли, даже признаться, забыл, зачем я к вам приехал. Да, странный.
Странный человек этот Врубель. Знаю, он очень образован, кончил 2 факультета в Петербурге с золотыми медалями, говорит на 8 языках, но очень странный. Эмоции зрителей, поклонников и недоброжелателей, казалось, обходили стороной художника и совершенно не могли поколебать уверенности Михаила Врубеля в правильности выбранной темы. Работая над демоном поверженным, Михаил Александрович был уже тяжело болен. Не успевая закончить картину к выставке, художник продолжал работать над ней, когда она уже экспонировалась на глазах зрителей. Из воспоминаний Александра Бенуа. Каждое утро публика могла видеть, как Врубель дописывал свою картину. Лицо становилось все страшнее и страшнее, мучительнее и мучительнее. Его поза, его сложение имели в себе что-то пыточно вывернутое. Впервые Михаил Александрович Врубель и Савва Иванович Мамонтов встретились в Москве в ноябре 1889 года, когда художник приехал без денег, но в новом осеннем пальто и только что починенных сапогах. Тогда Врубель снял комнату в доме Брешинского, недалеко от Большой и Малой Грузинских улиц, и подрабатывал тем, что выполнял заказные работы, писал портреты с фотографией. Встречу художника и мецената устроил прибывший тогда в Москву из Парижа Валентин Серов. По его воспоминаниям, блистательному и деспотичному Савве Ивановичу удалось приручить Врубеля без особого труда и проволочек. Увлечение театром объединило их. Однако со временем эта страсть стала проходить. Константин Коровин писал, Врубель относился к театру Саввы Ивановича Мамонтова без особого увлечения. Говорил, что певцы поют как бы на каком-то непонятном языке. Непонятно, и предпочитал итальянцев. Про Шаляпина сказал Савве Ивановичу, что он скучный человек, и ему очень тяжелые его разговоры. Он все что-то говорит, так похоже, как говорит плохая прислуга, всегда обиженная на своих господ. Это оригинальное мнение удивляло Савву Ивановича. Также Врубель никогда не смотрел ничьих картин. Довольно частые посещения подмосковного имени Мамонтова, Абрамцева, вдохновляли художника. Расположенная недалеко от Троицы Сергиевой Лавры до 1870 года, Абрамцева принадлежала семье Аксаковых. Здесь, в гостях у Сергея Тимофеевича Аксакова, бывали и Гоголь, Тургенев, Толстой, Погодин. После смерти Аксакова Абрамцева была куплена Мамонтовым. Из воспоминаний Константина Коровина. Я и Серов часто бывали в Абрамцеве. Атмосфера дома Саввы Ивановича была артистическая, затейливая. Здесь часто бывали домашние спектакли. В доме Мамонтова жил дух любви к искусствам. Репин, Васнецов, Поленов были друзьями Саввы Ивановича. И вот однажды летом я приехал в Абрамцево с Михаилом Александровичем Врубелем. За большим чайным столом на террасе в доме было много народу. Семья Мамонтова, приехавшие родственники и гости, много молодежи. Мы были молоды и веселы. Врубель был немногословен, но весьма учтив и необычайно остроумен. Мамонтов восхищался. Врубель особенный человек, ведь он очень образован. Врубель аристократ. Однако потом добавлял сокрушенно. Он не понимает Репина совершенно. А Репин его. Врубель романтик и поэт. Крылья другие, полет иной. Он летает там, а Репин сила, земля. Не поймет никогда он этого Серафима. Скучные песни земли уже не могли заменить Врубелю звуков небес. Известный критик Стасов с некоторым как бы даже облегчением воспринял весть о психической болезни Врубеля, что вроде бы объясняло врубелевские странности, в частности его привязанность
к демонической теме. Но было ли это действительно так? Ответ на этот вопрос мы никогда не узнаем. Первые месяцы своей болезни Михаил Александрович провел в клинике врача-психиатра Федора Арсеньевича Усольцева, что располагалось на тогдашней московской окраине в Петровском парке. По воспоминаниям современников, Усольцев действовал так успокоительно на больного, что при нем он сейчас же начинал спать. А бессонница всегда была одним из опасных симптомов болезни. В августе 1904 года Михаил Врубель смог покинуть клинику Усольцева. Обрадованный кажущимся выздоровлением, он дарил знакомые рисунки, которые сопровождал надписями «На память от окончательно выздоровевшего» или «От воскресшего Врубеля». Однако улучшение состояния Михаила Александровича было недолгим. В декабре 1905 года у Врубеля стало слабеть зрение, и в конце февраля 1906 года он ослеп. Одной из его последних работ стал портрет Валерия Яковлевича Брюсова, а также серия рисунков под названием «Бессонница». Померкнув, внешний мир перестал существовать для него. Художника захлестнул мир иной. Впоследствии Александр Блок скажет в этой связи: «Так или иначе, лиловые миры захлестнули и Лермонтова, и Гоголя. Еще выразительнее то, что произошло на наших глазах. Безумие Врубеля, гибель Комиссаржевской. Недаром так бывает с художниками сплошь да рядом. Ибо искусство – чудовищный ад». Из мрака этого ада художник выводит свои образы, но именно в этом черном воздухе ада и находится художник, прозревающий иные миры. Год стал во многом роковым для русской культуры. 12 февраля, находясь на гастролях в Ташкенте, скончалась Вера Федоровна Комиссаржевская. 1 апреля в психиатрической клинике доктора Барри в Санкт-Петербурге не стало Михаила Александровича Врубеля. 7 ноября на станции Остапова умер Лев Толстой. Что могла означать эта плеяда смертей? Может быть, предощущение тех трагических испытаний, которые принесет России 20 век? Может быть.